Добрый день, дорогие друзья! С вами канал «Мой дивный сад» с Евгенией. Сегодня я замочила перцы. Вот у меня на столе разложены пакетики с перчиками. Какие-то подписанные просто, а какие упаковки лежат. Вот здесь у меня перец «Красное чудо». «Красное чудо» – это новый перчик, я его купила в магазине. Написано «кубовидный», толстостенный, крупноплодный. Выбирала такие перцы. Будем смотреть по итогам, что получится. Перец сладкий, Big Mama. На картинке очень красивый оранжевый перчик. Толстостенный, ароматный написано. Есть томат Big Mama, а это вот перец. Ну вот попробую перец. Правда, томат Big Mama я не сажала. Здесь вот лампа Аладдина. Лампу Аладдина я уже сажала, не один год я уже сажаю, мне нравится. Перчики такие приплюснутые, сладкие перчики, ароматные тоже, и урожайность у них хорошая. Даже на вид они очень красивые. И вот этот перец сладкий, Звезда Востока, это гибрид мандариновый, Звезда Востока мандариновая. Перец тоже очень хорош. Он немножко высоковат, но вкусовые качества впечатляют. И толстостенный он. Эти вот, это то, что в пакетах у меня было. И вот эти перцы, которые я сама семена собирала. Вот это Рамира. Рамира и Палермо. Я их покупала в супермаркете. Рамира я уже сажала. Я его купила поздно. Ну, написано вроде бы, что нельзя его сажать, что это гибрид. Посадила я в конце марта в прошлом году, посеяла. Вырос в теплице перец. Перец хороший был, но он не вызрел. Плоды были темно-зеленые, а так на вкус хороший. Палермо из супермаркета был сладкий, тот, что из супермаркета, но я его буду сеять первый раз. Это все эксперименты. А вот этот перец, венгерская паприка, цица, клеся, я выписывала из Ставропольского края от коллекционера. Но вот венгерская паприка, она не впечатлила меня. Перец вырос, и даже и красный был, но плоды были мелкие, хотя заявлен он как крупноплодный. Попробую еще раз. По одному году трудно судить, попробую еще раз. Перец вот цицак полуострый, этот перец с Кавказа. Там его выращивают очень много, маринуют и солят, еще что-то там делают. Для нас он новый, этот перец. Полуострый, красный. Для заготовок он хорош. Он не сильно острый, но хорош для заготовок. И вот перец Леся. Этот, конечно, очень хороший перец. Он и сладкий, он и невысокий, и урожайный. Кубовидные такие. Нет, не кубовидные. Такие остренькие. Да, такие конусом плоды. Но сладкий ранний, и много его было. Очень понравился перец. Характеристики хорошие. Этот перец еще раз посею. Но, повторяю, это все вот свои семена. То, что мне прислали, они мало семян присылают. Ну вот, а я собрала уже больше. И будем смотреть, что будет, что вырастет из того, что я собрала. И вот перец Тёма. Тёма этот я покупала в магазине, покупала перчик желтый, оранжевый. Ну, желто-оранжевый такой, мелкий. На кусту его много. Куст очень урожайный. В общем, как для меня этот перец больше для красоты. Хотя я его в банки ложила с помидорами. Красиво смотрится. С заготовками он красиво смотрится. Его еду можно употреблять. Стенки, правда, тоненькие. Семян у него, видимо-невидимо. Вот этот перец я буду сажать. Мне просто нравится в парнике он. Зайдешь, а он радует. Желтенький такой. Вот в этом контейнере я залила на стакан воды 3 капли HB101 стимулятором таким.
Мне очень нравится этот стимулятор. Хотя это самое... Я на канале про цветок, наверное, 2 года назад был у них такой ролик, что как сделать HB101 своими руками. Я делала. Получается хорошо, и тоже очень растения хорошо растут. Можно подкармливать, можно опрыскивать. Ну вот на этом пока все. В следующий раз покажу, как посею. Здравствуйте! С вами канал «Мой дивный сад с Евгенией». Я замочила перцы. Перцы простояли вот у меня, они наклюнулись. Некоторые носики наклюнулись, но прорасти они не проросли. При той температуре, какая у нас в квартире, трудно, конечно, им прорасти. Сейчас я их разложила по сортам. Это сладкие перцы. Вот этих 2 контейнерах у меня сладкие перцы. А здесь посеяла горький перец, бараний рог. Посеяла сухими семенами. Слишком много горького перца мне не надо. Мне его будет достаточно. Поэтому вот сейчас возьму, у меня земля приготовлена, и я засыплю посеянные перчики и поставлю их на теплый коврик. Теплый коврик у меня уже давно, несколько лет, я им довольна. Семена прорастают на нем хорошо. Он специальный коврик. Вот в грунте попадаются некоторые фрагменты крепкие. Вот так я и посею. Это будет у нас посев перца. Помидоры буду сеять на неделю позже. Грунт у меня уже готовый. Я его готовлю заранее. Готовлю грунт из своей земли, готовлю, хотя все говорят, что не стоит брать с огорода. Беру, потому что много земли не накупишься. Сейчас земли пока что вот для посева много не надо. А когда начнешь рассаживать, земли понадобится многое. И вот так, таким образом все перчики будут посеяны. Семена есть очень много у меня своих семян, которые я собирала. Есть семена из магазина, из супермаркета. Но наклюнулись практически все. И те, и из супермаркета, и из магазина, и покупные семена. Вот таким образом уплотню ложечкой. Также засыплю горький перчик. Мне не надо слишком много горького перца, поэтому когда взойдет, тогда и взойдет. Поставлю в теплое место. Теплое место у нас сейчас на батарее. Ну, коврик еще есть. На коврике стоят петунии, прорастают. Не все проросли. Даже не знаю, что там проросло, потому что то ли трава, то ли петуния одному Богу известно. Вот перенесу на окошечко это все. Покажу вам, как перенесу на окошечко. Сейчас засыплю второй контейнер и вам покажу тогда, поставлю. Семена я засыпала землей, сорта разделила. Они у меня все подписаны. Здесь сладкие перцы, как я уже говорила, а здесь горький перец, бараний рог. Теперь контейнер с перцем, с посевами перца поместила на светлое окно под лампу и пускай всходят, когда взойдут. На этом я заканчиваю свое видео. До свидания. Будьте здоровы, не болейте. С вами был канал «Мой дивный сад» с Евгенией.